Добрый день. На русском. Я представляю Украинскую ассоциацию междисциплинарной медицины. Вот после этой конференции в течение 2 недель будет сформировано тематическое усовершенствование. Вы сможете пройти тесты, опросы и получить 5 баллов электронный сертификат и обменять его уже на существующий. Вам будут отправлены смс-сообщения, вот вы заполняли такие корешочки, вам были выданы доступы. На визиточка с внутренней стороны у вас вот логин и пароль, медицинское приложение. Вот. Я думаю, что мы можем сейчас быстренько загрузить приложение на ваши смартфоны. У кого смартфон не позволяет, вы дома на компьютере сможете зайти, тоже здесь есть в инструкции. Wi-Fi здесь бесплатный. В принципе, вот пару слов о медицинском приложении. Вы будете получать приглашения на конференции, стандарты лечения, различные уведомления. Также будут информационные блоки, за которые дополнительные баллы тоже будут. Вот. Опять-таки, можете или на мобильном, или дублировать на компьютере. Кто может сейчас через Wi-Fi зайти? Вот на примере Android вы ищете Play Market. Кто не знает, вот он выглядит так, значок. На него 2 раза кликаете, нажимаете. И вот есть такое поле, много-много приложений. В это поле вы вбиваете три буквы. Вот Е-МР. Электронное медицинское пространство. Приложение должно выглядеть вот такой кубик Е-МР. Вот. Также вы нажимаете «Установить» кнопочку и «Открыть, когда загрузится». Вот этот вот ваш логин, пароль, пожалуйста, сохраните, не выбрасывайте. Мы вас будем идентифицировать. Если вы потеряли или не получается зайти, вы обращаетесь к нам в офис, мы восстанавливаем. Просто у вас там будет накапливаться баллы, жаль, если вы потеряете. Вот этот вот логин и пароль сюда вы вбиваете, входите и все, вот это и есть авторизация. То есть вы у нас уже появляетесь, активируетесь, и ваши анкетные данные у нас. Вот. Если какие-то вопросы, обращайтесь в офис, все на визитках. Спасибо вам большое за слово, Светлана Борисовна.